новостям культуры. В областной столице прошел гала-концерт 15-го открытого городского фольклорного фестиваля «Тверские мотивы». На сцене Дворца творчества детей и молодежи выступили 28 коллективов Верхней Волжи. Подробности прямо сейчас. Детский фестиваль-конкурс «Тверские мотивы» проходит в Твери 15 лет. Его известность и популярность постоянно растет. И коллективов-участников с каждым годом становится все больше. На юбилейном гала-концерте выступили 28 коллективов. Анастасия занимается фольклорной студией «Русичи» уже 9 лет. Воспитанники коллектива не только исполняют народные песни, но и танцуют, лепят из глины, ткут пояса. Фольклор, он такой один, он неповторимый. То есть, если там ты ходишь на пение, то ты ходишь только на пение. Если ты ходишь на фольклор, то ты изучаешь все. И хореографию, и историю своего народа, и песни. Фестиваль-конкурс традиционно проводится в вокальном и инструментальном жанрах по различным номинациям двух направлений – фольклорного и народного. Фольклорное направление – это такое научное направление. То есть это строгий материал, который был собран в экспедиции от носителей культуры. И мы его передаем в неизменном виде. А народное творчество, оно более вольное. То есть берется как основа фольклорный материал, и с ним уже можно делать все, что угодно. По итогам гала-концерта жюри конкурса определило 27 дипломантов и 43 лауреата различных степеней. Свое творчество во дворце представляют не только воспитанники, но и сами преподаватели. В рамках марафона «Педагоги ДТДМ» организована выставка картин и поделок по направлениям, в которых работают педагоги дополнительного образования. Главная цель марафона – познакомить ребят с педагогами, чтобы ребята открыли наших педагогов с какой-то новой стороны, познакомились с теми направлениями, которые есть во дворце. Возможно, они ходят на занятия спортивного профиля, а совсем не знают, что у нас есть, ну, например, коллектив судомоделирования. Помимо выставок работ педагогов во дворце запланированы мероприятия, посвященные преподавателям, хореографам и музыкантам. Закрытие большого творческого сезона состоится в мае. Сейчас коллективы готовят праздничный концерт.